Валя, я только забрала собаку вот эту вот. Привезли ее с Краснодарского края. Она была на лечении, избитая, в общем, там, короче, тяжелый случай. В общем, здесь, в Москве, нашлась девушка, которая сказала, типа, она ее забирает. Люди собрали деньги, жители организовали машину. Ее сегодня вот привезли, а эта сука не приехала. На звонки не отвечает, телефон отключен, в общем, с ней связаться не могут. Мне звонят, так как я ближе всего к Домодедову, к метро Домодедовская. Я поехала, забрала ее. Сейчас она у меня в ванной. Она, собака выгул знает. Собака обработанная. Но собака не любит кошек. У меня же в квартире 40 кошек, ты представляешь? Это ужас. Я не знаю, что делать. Она сидит у меня в ванной. Скажи, пожалуйста, ты можешь ее взять? С другими собаками нормально, а вот с кошками это прям ужас какой-то. Его уже выбрали. Он долго у меня сидеть не будет. От силы неделю. Валя, я тебя расцелую, честное слово. Огромное тебе спасибо. Просто гигантское спасибо. Я тоже с нетерпением жду фотографий. Я даже не знаю, как тебя благодарить. Ты чудо. Просто чудо. Спасибо тебе огромное за все, что ты делаешь. Огромное спасибо.